Накануне векового юбилея Якутии стартовал проект «Столетний план развития». Он инициирован молодыми специалистами из разных сфер деятельности. Так они хотят внести свою лепту в развитие родной республики. На днях инициативная группа проекта побывала в алмазной столице. На встрече обсудили долгосрочный план развития района и роль Алмазного края в общей стратегии республики. Проект «Столетний план развития» вдохновлен произведением одного из основателей республики Платона Аюнского «Великий столетний план». Там писатель и государственный деятель отразил этап развития по десятилетиям до 2027 года. Цель инициативной группы проекта – попробовать написать следующий столетний план развития Якутии. Мы решили попробовать собрать этот документ всем миром. И мы ездим по районам, разговариваем с активистами района, с руководителями, с главами, с хозяевами производств, с предпринимателями, с теми, кто управляет бюджетными организациями, теми, кто отдает благо на земле. И они нам предлагают посмотреть на разные направления, в которых должна развиваться республика.